Акции «Георгиевская ленточка» уже 10 лет. За это время она не только расширила свою географию, в этом году в ней приняли участие 75 стран, но и обросла новыми смыслами. По примерным подсчетам, если составить из всех выпущенных георгиевских ленточек одну, то она опоясала бы земной шар. Рекордное число двуколоров в этом году раздали и в Кабардино-Балкарии. Только в столице республики молодогвардейцы и активисты «Единой России» распространили свыше 100 тысяч лент. Акция, задуманная в год 60-летия Великой Победы, объединила людей разных возрастов и социальных групп. Что интересно, родилась идея стихийно и выросла из интернет-проекта «Наша Победа». Ее главная цель – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, кем должны гордиться, о ком помнить.